Ребята, ну вот уже смотрите, хочу вам поделиться своей радостью. Хвоя полностью зацвела, цветет уже пятый день. Она полностью пробудилась, проснулась, идут вот новые побеги. Так, сейчас настрою. Вот смотрите, прям буквально сейчас мне нужно будет помочь ей направить, куда ей расти. И опять же, вот у нас набухли цветочные почки, вот цветочные почки. Это на, как я говорил уже, на тех побегах, которые выросли осенью, подросли. Вот здесь новые побеги пошли, естественно, новые листочки просыпаются. Вот смотрите, даже на старых побегах просыпаются цветочные почки. То есть, оказывается, вот еще одна, скорее всего, будет. Не только на самых новых. Вот даже здесь внизу есть, вон, цветочная тоже почка. То есть, если сейчас растению все прям вот понравится, ну, я думаю, что так и будет. Потому что для хвои очень важен свет, солнечный свет и вода. Так что мы зацвели. Красота. Обожаю эти вот кружки, эти шапки с капельками нектара медоносными. Просто красота вообще.